Всем привет! Обращаю, друзья, ваше внимание перед просмотром этого видео на то, что это не первая работа, посвященная бабуинам. Заходите на моем канале в плейлисты образования или заповедники и сафари, и вы что-нибудь узнаете новое, как об этих диких африканских животных, так и о некоторых других зверях и птицах. Неспроста горячо любимый мной великий английский писатель Генри Райзер Хаггар так много места уделял бабуинам в своих романах и рассказах. Читайте Хаггарда, и вы заочно будете покорены дикой природой юго-африканского континента, как и я. Желаю приятного просмотра. Между прочим, в Южной Африке говорят, если долго смотреть на Луну, можно стать бабуином. Это, конечно, шутка. Или почти шутка. Посмотрев это видео, сами решайте, что влечет бабуина на вершину скал. Thank you.